Почему? Ну скажите, вы каждый день выходите в решение. У меня ребенок дома сидит, ждет меня. Мы уезжаем сюда на работу. Вы что, какой я обратно? Нормально, я 5 часов приеду домой. Зачем мне? Покажите свое удостоверение. Вы кто? Вам нажали на кнопку, спросили, почему не остановили. Обычный, что значит поезд неисправный, да? Связь не работает с вами, с машинистом. Не было связи, мы вам сообщали, не было связи. Все обрубалось. Мы связались с вами. Номер вашего диспетчера. И я приеду, потому что она мне